Краски, кисточки и хорошее настроение сплотило студентов Академической школы дизайна РД в воскресный день на площадке Русгидро. Третье обновление ковра площадью 300 квадратных метров при поддержке МБУ «Зеленый город» началось в 9 утра. Работа, конечно, очень трудоемкая, но единственный минус, да, немножко начинает подпекать, жарко, немножко не догадались взять шапки, а так работа очень интересная, увлекательная. Здесь и затягивающая. История ковра берет свое начало в сентябре 2014 года. Реализовывая проект «Энергия наследия» на Черкесской ГЭС, где команда художников расписала сердце плотины древними знаками и символами, у вдохновленных проделанной работой мастеров искусства зародилась идея, автор которого – руководитель первой галереи Джамиля Дагирова. Краска осталась, энергия и эмоции, вдохновение тоже осталось. И когда мы приехали сюда, здесь она по дороге само по себе родилась идея, я говорю, ребят, давайте сделаем, нарисуем ковер. Это такой масштаб настолько всех захватил, что все согласились, и мы, в общем-то, тогда тоже, нас было 10-12 человек, сейчас тоже, ну, сейчас 20, сейчас больше людей. На асфальтовом арт-искусстве исполнены упрощенные орнаменты старинных традиционных безворсовых ковров Дагестана – сумах, дум, супрадум, килим и давагин, которые, слившись воедино, создали уникальную масштабную достопримечательность города.